Сегодня прошла 16-я ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Из-за эпидемиологической ситуации обычный формат был скорректирован. Представители иностранных и российских федеральных СМИ традиционно находились в центре международной торговли, а региональные корреспонденты на площадках в федеральных округах. Президент вышел на связь из резиденции в Ново-Огареве. Наша съемочная группа работала сегодня в Нижнем Новгороде. В этом году пандемия коронавируса повлияла не только на формат проведения пресс-конференции. На прямую связь с президентом аккредитовались вдвое меньше журналистов, чем в прошлом году. Здесь, в Доме связи, в Нижнем Новгороде собрались 83 представителя СМИ, которые работают в Приволжском федеральном округе. Кроме того, в этом году решили пресс-конференцию объединить с прямой линией, и каждый россиянин мог задать свой вопрос через сайт или с помощью приложения «Москва Путину». В отличие от предыдущих встреч с журналистами, в этом году президент не стал долго подводить итоги. Но, как и ожидалось, первый вопрос касался ситуации, с которой столкнулся весь мир. Год был плохой или было что-то и хорошее, на ваш взгляд? Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая. Погода, она и есть погода. Вот так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, все, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Но в то же время мы встретили эти проблемы достойно. В Доме связи в Нижнем Новгороде, где собрались журналисты ПФО, меры безопасности традиционные. Стулья расставлены с учетом социальной дистанции, перчатки и маски обязательны. Прессу волнуют вопросы как федеральной, так и региональной повестки. В этом году особая роль отводилась волонтерам. Журналисты и добровольцы Екатерину Дьякову из Республики Мариэл волнуют их статус. Мой вопрос будет касаться не только нашего региона, но и остальных, и касается он работы волонтеров. То есть будут ли определены им какие-то социальные гарантии, поскольку они общаются с представителями 65+ возраста, и хотелось бы знать, как будет поддерживаться их безопасность. Во многих регионах страны в 2020 году сменились главы. Так, журналиста из Мордовии интересовал вопрос, по какому принципу подбирают кандидата на пост главы региона. Вопрос у нас очень сильно ожидаемый, потому что у нас в регионе новый не глава, пока еще временно исполняющий обязанности главы. Нам очень интересно, какими мыслями, что мотивировало президента именно на избрание конкретно данной кандидатуры. Ну и, в общем-то, какие цели, задачи на ближайшее время, на отдаленную перспективу. Примерно так. В Мордовии, нас, Россия нас, конечно, тоже интересует, но Мордовия немножко, не сказать, чтобы больше, но острее, скажем так, интересует. Из Башкирии в Нижний Новгород приехали 12 человек. Это одна из многочисленных делегаций. Коллеги решили работать командой. На своеобразной планерке выбрали вопрос от региона. Мы договорились у нас, мы пришли к консенсусу. Такие вопросы, которые устраивают всех, чтобы не совсем частные случаи спрашивать, поскольку здесь не идет речь о скорости, все равно об этом напишут все. Поэтому у нас есть общие вопросы, да, в какой приоритете что задавать, каждый человек решит самостоятельно. Вот, но во всяком случае мы не спросим какую-нибудь глупость. Многие коллеги ехали на пресс-конференцию без готовых вопросов. Все собирались решать на месте. Вопрос есть, но можно и поимпровизировать в зависимости от ситуации, потому что реакция президента никто не может предугадать. Он может что-то уточнить, что-то дополнительно спросить. Нынешний год стал испытанием для многих отраслей. Пришлось искать дополнительные средства на медицину, поддержать малый и средний бизнес. Организация дистанционного образования тоже потребовала времени и средств. Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет. Но, тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, и система существует, она, конечно, будет развиваться. Рост цен, безработица, экологические проблемы, мусорная реформа, въездной туризм – эти и другие темы звучали в ходе всей пресс-конференции. Пандемия, которая внесла коррективы в нашу жизнь, именно это стало отличием 16-й пресс-конференции главы государства. Всего за полтора часа журналисты задали более полусотни вопросов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика, из Нижнего Новгорода.